Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Михаил, это канал День за Шоу. И да, многие ребята просили меня показать, как правильно установить мод на Игру Престолов, версия Баннерлорда 1.8.0. Сегодня я вам расскажу примерно, как правильно сделать, по крайней мере, как я сделал. И, само собой, вы уже видели, ну, кто видел, те уже видели некоторые прохождения на моем канале. Что мы для начала делаем? Открываем официальный Nexus мод сайт, на котором находится, собственно говоря, этот самый мод на Игру Престолов. Здесь все бесплатно. Опять же, единственное, только нужно будет войти в, так сказать, этот сайт, создать себе свой аккаунт. Ссылочка на сайт и где мод на Царство Престолов, оно так называется в русском переводе, будет в описании. Нажимаем кнопку «Загрузить вручную». Ну, у вас тут будет loading, если вы не переводили на русский язык. Потом у вас открывается Realm of Thrones 3.6. 1.8.0 бета. Баннерлорд. Скачивайте, нажимаете «Медленная загрузка». Ну, быстро там надо что-то вроде проплачивать. Я скачивал медленно. В принципе, поставил. У меня за пару часов скачалось. После того, как мы скачали мод. Вот он, мод. Называется он Рот 3.6. Так вот такое название. Вот у нас все наши файлы необходимые. Я их уже, само собой, распаковал. Вот они. После чего заходим в Steam, находим игру Mountain Blade Bannerlord, нажимаем свойства. Опять же, ребята, прошу вас зайти в бета-версию. Выбрать, если у кого, например, стоит там 1.6.3, обязательно выбирайте 1.8.0 версию, потому что в любой другую версию, само собой, она у вас не будет работать. После чего нажимаете локальные файлы, обзор. Дальше можно все закрыть, в принципе. Ну и, само собой, вот у вас ваш путь. У меня, например, диск C, Program Files, Steam, Steam Apps, Common. И тут у нас уже сама игрушечка Mountain Blade Bannerlord. Находим папку Modules, Modules, как она правильно. В нее мы перекидываем файлы. Тут тоже у нас Modules. Открываем вот эти 4 файла. Чтобы вы могли сравнить, вот они. Раз, два, три и 4. Это 4 файла, которые вам помогут. Вы их сюда загружаете, заменяете, все заменяете. Единственное, вот файл The Realm, прошу прощения, вот он, The Realm, который должен был, я который скачал с сайта, у меня он не сработал, выдавал постоянно ошибку, поэтому я поднатужился, нашел точно такой же файл The Realm, чтобы ошибку не выдавало, я его тоже... Ссылочку тоже скину на свой Яндекс.Диск. Вы оттуда скачаете этот файл. Без вирусов. Сам обычный, просто реально забените. То же самое его также закинете в Modules. После чего открываем опять же файл на Игру Престолов. Из Modules переходим в Music. Ну, вообще можно просто взять Music и закинуть сюда же. Не забывайте, что у нас еще есть Optional Modules. Их также сюда надо закинуть. Вот он, и здесь же у меня Servers Solder и Banner Color. Вот они у меня здесь есть. Поэтому можете все перепроверить, поставить на паузу. Я никого не обманываю. Все, ну и Redmi тут написано, как что нужно скачивать. Окей, загрузили файлы. Теперь правильно нужно эти файлы расставить. Открываем лаунчер Баннерлорда. Вот у вас загружается, написано E1.8.0. Нажимаем Mods. Перед этим, перед тем, как, так сказать, запустить, вам обязательно нужен Harmony, версия V2.2.2.85. Если понадобится, я их тоже обязательно укажу в описании. Butterlip. То есть это обязательные моды, еще разработчик сам показывал, как надо. Их эти оба файла перекидываем, как я устанавливал, самый сверху. Обязательно
включаем, чтобы они у нас заработали. Дальше идут стандартные файлы Native, Sandbox, еще один Sandbox, Custom Battle, Story Mode. Все, это стандартные файлы. После чего у вас появятся следующие файлы, которые мы закидывали. Вот он, рот. Mapfix, The Realm и другие парочку файлов. Их нужно выставить в этой же последовательности. Выставляем рот, потом Aureal, The Realm, Rot Races, Server as Solder. Ну, можете включить, можете выключить. Мне это, в принципе, не нужно. Просто закиньте, чтобы был. Birth and Death Options. И в самом внизу должен быть баннер, колдор, какой-то там еще один мод. И все, можно, в принципе, играть. Если вдруг какие-то вопросы у вас возникают, можете, опять же, вернуться на сайт, если я как-то непонятно объяснил. На самом сайте есть уже авторские видео. Первый, второй ролик, руководство по установке. То есть, но опять же, здесь у нас англоязычный автор. Он расскажет, покажет и более точно, может быть, вам объяснит, если я неправильно объяснил, как нужно установить и закинуть моды. Но то же самое, все в той же последовательности, как и я сказал. Ну все, ребята, если само собой помогло, если все сработало, то я попрошу вас обязательно написать в комментарии, что у меня все сработало. Если какие-то вопросы будут возникать, то я, соответственно, буду также вам отвечать. Все, ребята, краткий гайд такой, как установить Игру Престолов на версию Баннерлорда 1.8.0. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся в следующих видео. Всем пока-пока.